Я и море. Четвертый день в Дивноморском. Вот здесь местечко такое неплохое, где можно посидеть, отдохнуть. Тренажеры есть, но мне они вообще не понравились. Ну, в общем, сюда я вот в левую сторону пошел. Там база отдыха «Витязь», и вообще там тупик. Ну, давайте вот здесь посмотрим, что у нас находится-то. Ну, здесь что? Пляж Дивноморский. Конные прогулки, кафешки, столовые. Так, небольшой ветерок поднялся. Нет, здесь красивое место, очень красивое место. Сюда мы придем вечером. А сейчас пока вот такая небольшая прогулочка, небольшая съемочка. В общем, многие люди не уходят с пляжа. И в конце концов, они там горают. Нет, хорошо ветерок дует. А море и правда здесь дивное. Вода чистая. Ну, считается, как открытое море. Мне даже все здесь больше и больше нравится, чем в Лазаревском. Не, в Лазаревском хорошо, но там движухи больше. Смотрите, сколько здесь людей. Просто сколько людей. Потом обгорает разными кремами, мажутся молочком то. В общем, самое верное средство, как мне отдых один посоветовал в Лазаревском, еще в 2018 году я останавливался в гостевом доме «Восход». Кефир берете, в магазине покупаете, кладете его на солнце. Вот, когда пакет надуется, вот этим кефиром надо смазать обгоревшие места. Это очень даже помогает. Вот смотрите, Дивноморск. Вот так море на солнышке играет. Я, кстати, сегодня утром съемку делал. Прошелся по Кирову. Был я на пляже пансионата «Энергетик». В общем, такая у меня утренняя прогулка там была. По Кирова прошел, по Ленина прошел. Наверное, часов 8 утра было. И здесь место хорошее, ну, оно как бы людное здесь. Множество здесь столовых, пивных, баров. Это вообще вот пивной дом. Ну, вообще так... Местечко даже очень неплохое, Дивноморское. Ну, много-много отдыхающих. Ну, как сказать много? А что, их раньше меньше было? Ну, при Советском Союзе здесь поменьше людей было. Сейчас побольше стало. Тем более, я 20 с лишним лет не ездил, потом вот в 2000 году сюда приехал. И вот спустя 4 года решил еще раз сюда поехать. Ну, даже как бы в Геленджик не хочется ехать. Ну, так, погулять там по городу, по курортному. А так, что там делать? Там особо-то и делать нечего. Чтоб там плавать? Нет, я там плавать никогда не буду. Там у них вечно-то черные шары выкидывают, что купаться нельзя. Перебои с водой. Мы вчера тоже свет здесь отключали. Да, смотрите, сколько людей, обалдеть. Не, ну красиво здесь сделали. В общем, я первый раз сюда в 89 году приехал. Здесь такая вообще заброшенная территория была. Сюда никто не ходил практически. Время идет, все меняется. Да, так неплохо сделали. Ну вот здесь мы вечером были. 14 и 15 июля были. Вчера мы были на пляже Пятачок. Это вот чуть пройти туда. По мостику. Через реку. И сразу вправо поворачиваем. Жарко, но я бы не сказал, что там прям бешеная жара какая-то. Нет, не бешеная жара. Видите, ветерочек. Вот пляж Дивноморский.
Я и другой пляж искал. Ну, туда далеко идти. Вообще, когда-то я туда проходил, спустился. Я даже забыл, как он называется. Говорили, там вода чистая. Ну, мне он вообще не понравился. Авторское пиво. Сыроварня. Чебуреки. Пивоварня, шаурма. Шрек. А здесь что у нас? А, здесь туалет. Туалет, значит, здесь у нас получается, что платный. Туалет будет стоить 40 рублей. Так, хуторок. Русские блины. Вафли. Номера с видом на море. Апартаменты с кухней, парковка. Это что, здесь в туалете, что ли? Непонятно. Так, ну там база отдыха. Вагоник. Цены, друзья. Ну, какие цены? Цены дешевые здесь не будут. Это курорт. Они-то и Ставрополь не дешевые. А здесь так тем более. Ну вот что ветерок подул, это радует. Очень даже радует. Очень даже и неплохо. Коктейль-бар. Раки, авторское пиво. Пиво, пиво да пиво. Живое пиво. Прям живое. Самое настоящее. Не, ребят, ну сейчас пить по такой жаре. Пиво, конечно, можно попить, но какие-то крепкие спиртные напитки я бы не рекомендовал. Сгорите просто нафиг. Просто сгорите.